пластиковую копию кузова «Мустанга» 67 года, взяли настоящий заводской катер с подвесным мотором, вот, очень долго подбирали по размерам, и в течение, ну, грубо говоря, года мы все сделали, создали этот проект. Документы, что это действительно лодка, что она стоит на учете, что у нее есть судовой билет, что у капитана есть водительское удостоверение. То есть убедиться, что это действительно не машина, которую спустили в воду, что запрещено, а все-таки настоящее плавсредство.